Мы ведем войну. Но пока на этой войне не задействованы войска. Наше главное оружие — информация. Произошло нечто важное. Мы схватили советского шпиона. Вы будете его адвокатом. Я страховой юрист и давно не занимаюсь уголовными делами. И многих шпионов вы защищали. Для нас обоих это первый опыт. Будьте осторожны. Люди боятся этого человека. Он угроза для нас всех. Как будут смотреть на семью того, кто пытается освободить предателя? Каждый имеет право на защиту. Каждый человек важен. С этого момента вы не называете У-2 самолетом-разведчиком. Вы будете вести аэрофотосъемку советской территории. Советы схватили нашего пилота-разведчика, который слишком много знает. А у нас их шпион. Мы хотим, чтобы переговоры об обмене вели вы, а не официальные лица. Вы можете предотвратить ядерную войну с Советским Союзом. Я говорю о безопасности нашей страны. Где они хотят провести переговоры? В Восточном Берлине. Скажи, что тебе ничего не угрожает. Дай мне хоть какую-то надежду. Я делаю это ради нас. Есть несколько способов попасть в Восточный Берлин. Нормы права там не всегда соблюдаются. Старайтесь не общаться с людьми. Вы там чужак. Договариваться будем мы, раз наши правительства не могут. Гражданина Америки там запросто могут задержать. Не приближайтесь к стене, или вас застрелят. Есть много людей, которые не хотят, чтобы этот обмен когда-нибудь состоялся. Мы его не бросим. Кажется, все стало рушиться. Обязательно будут последствия. Как для твоей страны, так и для твоей семьи. Это должен быть именно обмен. Нет! Матерь Божья! Это Джо. У нас тут серийник. Нам нужна помощь. Это огромная ошибка. Должна признаться, что я не доверяю науке изучения паранормального. Не проблема. То же самое, я думаю, мозгоправых. Из вас выйдет отличная команда. Можно трогать. Джон, что ты видишь? Пока не уверен. Джо, посмотрите на это. 4:16. Стих из Библии? Нет, это время. Сейчас ровно 4:16. Он знал, что мы приедем в апартаменты ровно в 4:16. Потому что он знает абсолютно все. Мы с ним очень похожи. Он тоже видит. Только он лучше меня. И намного. За ним! Пошли, пошли, пошли! Это ловушка, мы идем прямо в нее. Налево! Джон, что делать? Он нас опережает. Мы делаем именно то, чего он ждет. Он гораздо сильнее меня. И я не могу его остановить. Из чего следует важный вопрос. Стоит ли останавливать? Я так давно ждал нашей встречи. Не верится, что это случилось. Ты же можешь просто ее пригласить. Красотка с юрфака и синий воротничок с окраины Бруклина. Не издевайся. Поехали. Полиция нашла неопознанное женское тело в мусорном контейнере. Боже, что мы тут делаем? Обработано отбеливателем внутри и снаружи. Рэй, в чем дело? Это Кэролин, твоя дочь. Что? Помогите! Это он. Смерть.
Смертный приговор слишком хорош для него. Нет, ты не можешь его допрашивать. Ты отпускаешь его, да? Мне очень жаль. Он виновен. Его нельзя отпускать. Мы достанем его. Во что бы то ни стало. Рэй. Чес. Я нашел его. Как ты его нашел? В интернете. 696 тысяч белых мужчин сидят в тюрьмах. Всю эту популяцию можно проверить за год, если изучать 1906 лет каждую ночь, как я. За год? За 13 лет. Возобнови дело. У нас было много ниточек, но ни одна ни к чему не привела. И каждый раз Джесс немножко умирает. Я не могу больше смотреть, как он ускользает. Может, нам заняться этим менее официально? Нет. Рэй. Правосудие. Это мой долг перед дочерью. Нужно найти его, пока Джесс не нашла. Моя дочь была тем, что делала меня мною. И так будет всегда. Она не остановится. Он может уйти с работы, поменять имя, бросить свою машину. Но я все равно найду его. Бог в помощь. Бог в помощь. Основано на реальных событиях. Решив остаться, ты уже не выйдешь. Да. Труд есть служение Господу. Расскажи мне о своей жизни. У тебя наверняка кто-то есть, возлюбленный. Нет. Ты меня обманываешь? Тебя выдают глаза. Тебя выдает душа. Тикера. Нет, нет! Правда освободит тебя. Режиссер Флориан Галленбергер. Так тебя тоже сюда отправили? Я пришла сама. За тобой. Здесь огромная система туннелей. Целый потайной мир под землей. Нет! Ты собираешься бежать. Ты не видишь... Ибо глаза твои слепы. Ты ничего не чувствуешь, ибо сердце твое из камня. Господь всемогущий. Бежим! Господь всемогущий! Открыть дверь! Открыть двери! Эмма Уотсон! Раскройте глаза! Даниэль Брюль! Раскройте! Микаэль Нюквест! Глаза! Не бойся. Господь любит нас всех. Колония Дигнидад. Современный дом середины века. Потрясающий вид, чудесное освещение. Нравится? Да, тебе? Здесь хорошо. Я очень счастлив. Простите, вас зовут Саймон? Да, это ты. Мы вместе учились. Это моя жена Робин, а это, прости, не расслышал. Гордон Мосли. Гордо. Гордо? Боже мой. Прости, что не узнал. Столько времени прошло. Добро пожаловать, Смайлик Гордо. Откуда он узнал наш адрес? Очень дорогое вино. Надо его отблагодарить. Я считаю, что порой плохое в жизни подарок свыше. Он странный. Просто проблемы в общении. У меня тоже бывает. Гордо, здравствуй. Привет. Некоторые со школы совсем не меняются. Спасибо.
Он неадекватен. Думает, мы друзья. Спасибо за ужин. Корм для рыб. Ты считаешь это нормально? Я говорила, что хочу завести рыб. Приходит, когда ты одна. В школе его звали Чудак Гордо. По-моему, он милый и очень щедрый. Вы сейчас говорите об односторонней дружбе. Тебе придется порвать эти отношения. Мне нелегко это говорить. Больше к нам не приходи. От создателей Астрала. Это еще не конец. Саймон, спустя столько лет я хотел забыть прошлое. Что это значит? Без понятия. Это явно что-то значит. Кто здесь? Забыть прошлое спустя столько лет? Это что еще такое? Что-то серьезное. Гордо! Что значит забыть прошлое? Все кончено! У Саймона на него целое дело. Думаешь, он тебе врал? Грехи прошлого. Расскажи, что произошло. Это было 25 лет назад. Я тебя совершенно не узнаю. Становится настоящим. Саймон говорит, новый дом. Саймон говорит, красавица жена. Саймон говорит... Думаешь, ты покончил с прошлым, но прошлое не покончило с тобой. Подарок. Скоро в кинотеатрах. Привет. Ну и как? Доктор Сайпрус удивительный, такой спокойный, будто готовил завтрак для сына. Зачем тебе вообще быть хирургической сестрой? Мерзко же. Да, скучно и противно. Когда та самая ночь? Та ночь? Ну, с Кевином. Обещай, что не продинамишь его, они с моим мужем коллеги. Кевин? Ты не стучал? Ты переезжаешь? Извини. Я сейчас закончу собираться. Открой мою дверь. Все хорошо. 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 Эй, кто-нибудь дома? Я ее даже раньше не видел. Это было свидание вслепую. Насильник. Вы его раньше видели? Да. Впервые в жизни я серьезно за тебя беспокоюсь. Что-то не так? Почему ты не хочешь, чтобы я присмотрела за пациентом? Потому что это моя смена. Ты победила. Прости. Позволь тебе спросить, как тут кормят? Меня выпускают досрочно. Думаешь, ты искупил вину? Миранда? Он сюда приходил? Не хочу больше никому навредить. Испугался 70-летнего старика. О чем ты, черт возьми, думаешь? Розамунд Пайк. Он нужен мне, чтобы все исправить. Ник Нолти. Миранда, это нельзя исправить. Но забыть тоже нельзя. Шайло Фернандес. Есть другие способы. Я знаю, ты меня не простишь. Папа? Люди редко прощают. Особенно убийцу. Ждешь, что я заплачу, закричу. Скажу, боже, за что? Вроде того. Я не такая. Вернуть отправителю. В Штатах меня ждет сын. Он подарил мне мишку, чтобы тот меня защищал. Я тебя люблю. Валанос, пора в Америку. Так, голову, голову береги. Я обещал, что верну ему мишку. Я еду к нему. Продюсеры Хонас Куарон и Альфонсо Куарон. От авторов «Гравитации». Эй! Эй! Добро пожаловать в страну свободы. Смотрите весной. Ищи.
идет. Совершенно уникальный кошмар. Скоро в кинотеатрах. Прошло 9 месяцев, а ты все тянешь с разводом. Он каждый день изменяет тебе с секретаршей. Все имеют право на ошибки. Готова, мам? Поднимай, милый. Держу. И вас зовут? Ной. Я живу в соседнем доме у дяди. То есть ты не местный? Нет. Случилось несчастье, и мне пришлось перевестись в школу поблизости. А у меня там мама преподает. Она слишком крутая для училки. Боже, вы такая красавица. Ой, простите, я зря так сказал. Ничего, мне давно не делали таких комплиментов. Ну тогда я рад, что сказал. Когда теряешь любимого человека, внутри тебя словно что-то обрывается. Мне надо идти. Пожалуйста, останься. Забудь о запретах. Правила. Есть только мы. Прости, Ной, это была минутная слабость. Я старше тебя. Не знаю, что на меня нашло. Ной, останешься на ужин? Миссис Петерсон, они знают, что случилось в выходные? Да. А что? Здесь был чудовищный шторм. Вы там не намокли? Нет, у нас даже не моросило. А еще было чертовски жарко. Директор Уоррен. Я одобрил вашу просьбу о переводе Ноя Сэндберна в этот класс. Кевин, ты отправлял письмо с моей почты? По-моему, вас хакнули. Надо сменить пароль. Смотрю, твой отец решил вернуться в семью. Вроде бы да. Не забывай, что он вас бросил. Милый, будь осторожнее с Ноем, ладно? Увидимся в школе. Прошу прощения. Что происходит? Я потеряю все. Семью, работу, жизнь. На что ты рассчитываешь? Я ни за что тебя не отпущу. Нет! Держись подальше от меня и моего сына. Не могу, Клэр. Я же твой сосед. Поклонник. Угощайся печеньем. Обожаю сладости твоей мамы. Это детектив Брюс Кеннер. 14 октября 1990 года. Назовите свое имя. Джон Грей. Почему вы здесь оказались? Я виновен. Воспоминания подавлены, не забыты, но надежно закрыты. Надо просто подобрать ключ и освободить их, спровоцировать регрессию. Крайне важно, чтобы ты все нам рассказала. Они убьют меня. Больше тебя никто не тронет, не бойся. Очисти свой разум. Скажи, что ты видишь. Я услышала стук в дверь. Там была пожилая женщина. Они направились в мастерскую моего отца. Я слышала песнопения. На них были капюшоны. Это была черная месса. Теперь они убьют и вас. Вот рапорт ФБР. Дело, похоже, крупное, Брюс. Они следили за мной. Ты хоть понимаешь, с чем мы столкнулись? У меня такое чувство, что это дело часть чего-то большего.
Алло. Кто это? Кончай молиться и назови мне имена. Я просто не помню. Покажите свои лица. Я пытаюсь узнать правду. Это ложь! Этого не может быть. Ну, конечно, не может. Искать другой путь по суше. И что дальше? Черт возьми, мы так станем легкой добычей. А ты со своим краснокожим сынком пойдешь дальше? Я с тобой говорю. Всего будет прикончить его. Его обязательно надо выходить. Я понял. Ну давай. Ключ! Помогите! Что случилось? Мы делали все, что могли. И похоронили как надо. У меня был только мой сын. Он отнял его у меня, слышите? Он боится. Он знает, как долго я шел, чтобы найти его. Больше не боюсь умирать. Мне это не впервой.